Чат, если у вас лагает YouTube, ролики дублируются на Дзен. Ссылка будет в описании под видео. Ох, какой в лобби, молодой человек, 63 кд. Ой-ой-ой, какой. Смотрите, чат. Кто-то кашляет там. В углу, может быть, сидит. Да ёб твою мать, колючка! Там еще и бот какой-то ко мне пришел. Там бот, блядь, на холме орёт. Рядом с чеваком. Все равно перегруз. О боже. Семенная часть? Мысли. ПС-ка. Угу. Ботик, ну за что? Откуда он там взялся? Он там был, да, чат? Или он прилетел? Ну, чтобы вот так за шкафом, это впервые такое. Возьмем РПДН, блять. Можно мне гранату вот эту взять? Нельзя. Чё не так с РПДшкой? Дверька багованная. Слушайте, а у этого РПД... Блять, уже чудовище с дробовиком пришло. Может, у него моделька дефает от попаданий у этого РПДН-а? Не знаете? Пробегай обратно. В голову дал ему. А, ему пофигу, да? Понял.
Блять, за что? Но вот сейчас не голова. Сейчас тоже не голова. Посмотрите на попадание, чат. Неоднократное попадание в лицо. Тут не одно, чат. Нормально? Блядь, чат. Не, ну это тоже в ролик. Контент сегодня от ботов так и прет, блядь. Так. 23 попадания. Это получается 1, 2, 3, 4. Вот кто это? Киборг. Помноженный на вечность. Вот этот терминатор, выбежавший из джунглей. Чат, смотрите. 24 попадания. Вот этот умер от попадания в голову. 24, да? 23. То есть 1, 2, 3, 4. Это получается, я в этого бомжа в шапке попал 19 раз. 19, чат. Я уже не знаю, чат. Что сделано специально, а что нет. Чел с КД-1. 12 попаданий. Я мало попал, всего лишь 12 раз. Слава богу, что игра реалистична. И человек с 2 метров спокойно может перенести 12 попаданий бронебойного патрона. Что? Он у меня сейчас на лыжах проехал. Нормально это? Я хилюсь из еще трешки. У меня задушка, чел. Двое. Туалет ко мне запрыгивают. Они не запрыгнут. Запрыгивают, пытаются. Но они не запрыгнут. Да почему нет? Я запрыгиваю легко. Там надо уметь. Он уже запрыгнул. Он умеет. Перезарядочка, может быть? Ага, дверь закрыл. Тихо. Готов. Ух. Точно двое? Ну, слышал двоих, убил двоих. Чудовище, чего было интересно. Еще у меня запрыгивает.
Я спустилась вниз. Убил еще одного. Они все умеют запрыгивать, блин, Аня. Они, говорит, не запрыгнут. Ты у меня? Нет. Но я между трех. Вот это ты, ну тут. Бля, сейчас орда ботов ко мне придет. Такие интересные, вон, в окно залезли. Блин, сумка дурацкая. Воу-воу, это что здесь такое, блин? Сейчас зайду. Ты бежишь, да, сейчас? Ну. Ну ладно, ну и что, поднимаешься? Ну и боты поднимаются ко мне на третий этаж, но там же стрельба была и трупы лежат. И сразу вантапает мне все. Тоже с какого-то этого не особо хорошего оружия. Два раза смерть от голову, в голову от ботов вчера. Два. Манаки. Да. Чисто случайно боты не стреляют в голову. Мне показалось просто. Типы, конечно, забавные. Один залез в туалет, его убили. Второй залез в туалет, в окно, его убили. Третий такой. Ну меня даже не убьют. Так, надо сейчас прочекать этого стримера. Есть такой, нет? Нету их, к сожалению, стрима чат. Было бы интересно послушать, как они вообще давали инфу про запрыгивание в окно. Дал туда хаешку. Нет, он выше. Второй пристрой, видимо. Центр бежит. В центре. Двое. По мне. Нихера себе. Трое? Его убил. Еще двое, Ань. Кусты, слышь? кусты. Нет, вот. В кустах ботов с холма идет. Да. Я готовлю. Ушла. Уже здесь. Сейчас. Не лазь. По металлу заходят, походу. Сейчас его там должны встретить, эти жулики, по сути. Вот, обратно спустился. Ты дверь? Нет. Кто-то вышел. По металлу у магазина. Ходит по кустам. Ты за магазином. Открывает. Вот его прессует. Убила? Не знаю. Да. Так. А кто это был? Тот, кто сидел, да? Значит, у нас еще второй пристрой есть. И, возможно, третий что-то есть. Перезарядка. Ну, кидай вдаль коридора по максимуму. У тебя фонарик на задницу. Да, не кинула. Я побегу, контроль, коридор. Я пошел. Он в туалете. Убивай. А да, отогнала, не убила. Ой. Да. Убил. Я с крыши захожу. Еще где-нибудь что сидит. Там у него за броня, я ему, блин, весь магазин садила почти. Так ты с МП-7 стреляешь, ты должна в голову стрелять, а не в броню. Не знаю, броня тоже нормально была. Нет, не нормально. Понятно. Ничего не понятно. Хорошо. Это дробашка почти у тебя. Мы можем просто уехать. Поехали. Это...
челлендж. Слушай, по-моему, снизу бегает. Тоже бегает? Бежит, бежит. Идут, идет, идет. Пуста. Да, да. Прыгивал или ты сейчас прыгала? Я прыгнула. Да зачем? А он меня не сунул, не слышал, забей. Да, конечно. Конюшня. Он дальше идет. Убил. У меня не было звука. Вообще, как он проходит. Он как подошел, короче, примерно на торец, так все. Бомж или не бомж? Нет, нормальный. И корун заберешь? Угу. Разговаривает. По мне, да блин, думаешь, айта, твою мать. Вот что я хотела сказать. Что такое? Ничего. Раздражаюсь. Топорами своими. Сорок семь секунд. Достаточно. Прикинь, ну же, фигню же, да? А, ну понятно. Я так и знала. Бить тебя, что ли? Что? Ты не я, это все нож. Да за мной не повторяй. Ясно тебе? Здорово, здорово, чатик, кто подошел? Здрасте, здрасте. Хороший фильм. Одинокие волки. Вульфс называется по-английски просто. Вульфс. Там Брэд Питт. Так что не спутай. Да, уже старый, уже неинтересно. Кто Брэд Питт? Да. В смысле, он сейчас плохо выглядит, хочешь сказать? Ну, раньше выглядел лучше. Ничего, сейчас он не привлекателен для женщин? Ну, старый уже, все. Все, да? Фига, блин. Быстро у вас заканчивается любовь, блин. Быстро, блин, быстро. Так вот, чат, женщины, блин. Все, старый уже, говорит, понимаете? Так вот, блин. Только с их стороны так работает, блин. Вот это вот. А ты бы меня любил, если бы я была яблоком и тому подобное. А кто тебе из актеров нравится? Джонни Депп. Из актеров? А, блин. Сейчас. Дин Винчестер, как его зовут, я не знаю. Да. Да? Да. Вот он, да. Я забыла просто, как его зовут, на самом деле. Женщина непостоянная, да? Подождите еще пару годиков, он тоже состарится, тоже пойдет нахрен. Джейсон Эклс, да-да-да. Скажите ему, чтобы удалял Аня номер, не звонил больше. Эй, если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.